сегодня я иду на выставку орхидей Хайянси. Сразу же у входа было очень много продавцов. Мне очень понравились вот такие вот сумочки, которые так организовывают ваши всякие прибамбасики для сада, но я не купила, потому что я надеюсь купить очень красивые орхидейки. И первым делом я проверила, какие орхидейки продаются. Это вот торговый зал. И самое первое, что попалось мне на глаза, это вот эта орхидейка. Это та же орхидея, что у меня, Ангула Коста. Это орхидея с запахом, которую я приобрела 3 года назад. И я была удивлена, почему у этой орхидеи обрезаны листья. Потому что в основном самое большое неудобство в этой орхидее, что она очень большая. Точнее говоря, листья просто гигантские. Их очень тяжело помещать куда бы то ни было. А у этого продавца, у него была моя орхидейка с ужасно обрезанными листьями. И, к моему удивлению, он сказал, что от листьев, в принципе, нет никакой пользы. Они все равно потом опадают. Но он говорит, что эту орхидею нужно очень хорошо кормить в летнее время. И тогда у нее будут большие такие болбы и много-много цветоносов. Я вообще была потрясена, сколько цветоносов у этого продавца на этой орхидее, при всем том, что листья были обрезаны. Я была под общим впечатлением, что у листьев должно быть чем больше, тем лучше, потому что они же участвуют в фотосинтезе, что очень важно для орхидей. Но оказывается, это не так. И дальше я отправилась в выставочный зал, где представлены все самые красивые орхидеи. В этом году была такая тематика выставки, какая-то газива, экзотические растения. В принципе, очень оригинально. В этом году я постаралась заснять всю выставку, и я буду вам показывать название растений и само растение, потому что у меня с названиями всегда проблемы, так что я вам показываю оригинальные названия, чтобы вы сами поняли, что это такое, и дальше идет красивые растения. В этом году удивилась тому, как много было разнообразных башмачков. Просто обалденные, я таких очень вообще не видела. О, маленькой котле, такая симпатяга. Но башмачки были просто отпадные. И потом мы все удивлялись, какое идеальное это растение, но оно оказалось синтетическим. Thank you.
этом столике я была просто в восторге от всех высоких орхидей. Ну, наряду с небольшими орхидейками в основном здесь были представлены высокие, с длинными стеблями, с длинными, с большими цветами орхидеи. Таких орхидей я, конечно, никогда иметь не буду, потому что домашние условия не позволяют таким огромным растениям прорастать. Но все равно очень красиво, очень приятно посмотреть на такие большие, шикарные растения. Здесь я нашла орхидею, ту, которую я приобрела. Это именно та чудесная черная орхидея. И на этом столике был абсолютный башмачковый рай. Башмачки всех мастей, оттенков и вариантов. Я вообще полностью в восторге. А я лично имею очень хороший опыт с башмачками. На мой взгляд, это самая легкая орхидея, за которой вы можете ухаживать. Ее невозможно переплевать, она очень любит влажность. И стабильно раз в год эти орхидеи цветут. То есть я вообще думаю, для дома это супер орхидеи, которым не нужно супер освещение и супер уход. И на следующем столике были композиции из орхидей. Я думаю, что тематика была орхидейные корзинки. Но вообще композиции, конечно, безусловно, супер красивые. Художники в этом году превзошли все мои ожидания. Просто необыкновенно, так оригинально. Я даже не знаю, как они могли оценить первое, второе, третье место. По-моему, они все три были супер классные. Смотрите, какая маленькая мы издевали. И японские орхидеи по-прежнему супер оригинальные, но в этом году я не буду их приобретать, потому что у меня их выращивать не получается. И вот это мое новое приобретение. Именно такую орхидейку я приобрела для себя, потому что она супер классная, до сих пор пахнет, до сих пор цветет. На этом столике была супер необыкновенная вещь, и это вот эта керамическая подвешенная ваза. На ней росла кадлия, совершенно без субстрата, просто подвешенная к этой
вазе, внутри вазы вода, и корни проросли вокруг вазы и вовнутрь. И это все как котли живет. Мне это жутко понравилось. Я очень хочу повторить подобный эксперимент, но думаю, такую вазу я покупать не буду, я куплю что-то подобное. Это просто керамическая ваза, ничего особенного. Вот мой дорогой любимый туман, который у меня теперь есть, и я буду делать именно точно так же. Я думаю, это безумно красиво и интересно. И на этом моя выставка закончилась. Дальше я пошла на лекцию, о которой я вам расскажу в следующем видео. Была супер интересная. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Желаю всем хорошего настроения и до скорых встреч.